Министерство здравоохранения Белгородской области сообщает о смерти еще 5 пациентов от коронавируса. Среди умерших 3 оскольчанки в возрасте от 62 до 86 лет. За очередные сутки на Белгородчине 182 заболевших и 180 выздоровевших. В Старом Осколе плюс 53 положительных теста и 65 закрытых больничных. В ковид-госпиталях региона 954 пациента, в том числе 34 подключены к КВЛ. Еще 4768 человек проходят амбулаторное лечение. Полный курс вакцинации завершили почти 945 тысяч жителей области.